его посадили? Прислали. Высаживаются сейчас на данный момент 300 саженцев, из них это 160 тополя и 140 каргача. Выбраны данные саженцы ввиду того, что именно эти деревья наиболее благоприятны для данной среды. И высадка саженцев происходит именно сейчас, так как именно сейчас наиболее благоприятный период. Аппақ тоғай болған бұл жер. 59 жылдан бастап бұл жерге темір жол салынды. Содан бастап бұл жолын тоғайден кесе-кесенде үйлер салынды. Содан азайды. Тоғайдың ен тек қана неде далада ғана несі қалды. Мына кіреберіс 85-тің жолының екі жағын қамтыса. Өйткені қыста бізде қатты борандар соғып тұр, сол жолды алмаса дейміз. Приятный инцидент, который мы сегодня же, на который нам обратили внимание, это саженцы, высаженные в селе Купа. Уже появилась местный крупнорогатый скот, который уже начал тут же поедать. Обеспечение сохранности – это такой вопрос, который, наверное, все-таки требует вовлечения и общественности, и местных исполнительных органов. Потому что реализация таких социальных проектов, она не должна носить какой-то однобокий характер. Вот, и учитывая, что все-таки заинтересованность самого населения, они тоже, наверное, должны прилагать усилия в отношении того, чтобы обеспечить сохранность данных зеленых насаждений. Көмектесет, это халықтар көмектесет, бірақ все-таки енді әркім өз малын ие болу керек. Бізде шабындық жоқ, табын жоқ, сол жағын көмектесет. Енді адамдар сындырмайды, мал болмасы. Адамдар сындырмайды, кім өзіне жақсаған жақсылықты жоқ қылғысы келеді. Әркім өз үшін. Мы с ним на балапандар еще облегали.